во мне женского нет ничего. Ощущение, что есть мир, в котором я живу, и есть какой-то вот там мир. Мужского тоже нет ничего. Не ощущала себя ни в одной из обозначенных каких-то сторон. Такие, как я, не существуют. Поэтому там только М и Ж, и без вариантов. По мне все не бинарное. Я поняла, что я не бинарная персона, только тогда, когда узнала, что случается, что есть такое название. Потом я заметила, что чаще всего сама с собой внутри разговариваю в мужском роде. Я никогда это особо не замечала, а тут у меня как-то все вместе соединилось. Небинарность — это просто то, что я есть, то, кто я есть. Я четко ощущаю сейчас, понимаю, что я не парень. И это еще в детстве отражалось установки, которые пытались мне навязывать взрослые люди в моем окружении или какие-то правила поведения в обществе. Я их воспринимал по-другому, всегда ставил под вопрос, почему так нужно делать. Когда я узнала про небинарность, у меня что-то где-то зашевелилось, и я стала много про это узнавать и стала чувствовать внутри себя, что это, как я всегда себя ощущала. У меня всегда оставалось какое-то ощущение, что я недостаточно соответствую, чтобы так называться вслух. Я осознала свою небинарность после того, как увидели рекламу с небинарной моделью. И тогда я поняла, что, блин, черт возьми, я так долго хотела отстричь к чертям свои волосы. Я так долго хотела вообще вести себя по-другому, одеваться по-другому, выражать себя по-другому. После этой рекламы я пошла и отрезала себе волосы просто спокойно. Мне так стало хорошо. И с того момента я начала идентифицировать себя небинарной персоной. У меня бывают, не знаю, периоды, бывают настроения, когда там не хочется, да, там, сережки. Бывает, что не хочется вообще, наоборот, хочется стереть как-то, стать скорее каким-то гендерным вариантом. В юбках я хожу, с макияжем я хожу по улице, и мне достаточно комфортно с этим. Я иногда замечаю, как вот из-под полы пытаются меня сфоткать. Агрессия бывает редко, правда, очень редко. И да, это неприятно. В основном выкрикивая что-то типа «пидорас». Физически до меня практически не дотрагивались, можно так сказать. Стала я больше принимать себя, когда стала говорить с близкими людьми об этом. Все нормально как-то воспринимали. Тогда, наверное, появилось какое-то принятие, что, блин, можно быть просто собой и все. Я ей рассказала, что я не чувствую себя женщиной, что у меня нет какого-то ощущения, что я женщина, что я мужчина. И она тогда спросила у меня, есть с кем поговорить об этом. И это ужасно мило и заботливо с ее стороны, потому что мне действительно есть с кем поговорить об этом. На работе многие знают, но в целом я не прихожу и не говорю. Я не бинарный. Для меня это что-то внутри меня. Хочу, чтобы это касалось только меня в основном. Когда я прихожу в какие-то учреждения или контактирую с незнакомыми людьми, я, грубо говоря, надеваю маску гендерного человека. Самые забавные реакции были на меня у детей, которые спрашивали, почему ты красишь ногти, если ты мальчик, почему ты носишь серьги, почему ты, в общем, выглядишь как девочка. Мне бы хотелось, чтобы не нужно было указывать свой пол постоянно, везде, даже если ты, не знаю, хочешь купить тапочки домашние. Напрягает поставить эту галочку. Когда кто-то из моего окружения говорит: «Дамы и господа», я обязательно добавлю и небинарные персоны. В тени не очень хочется находиться. Немного надоело вот это разделение.
на женское и мужское. Когда я узнала о том, что можно, что существует небинарность, о том, что когда я поняла, что я небинарная, это очень сильно расширило вообще сознание и понимание, что такое мир и какие в нем могут быть совершенно разные люди. И что, когда перед тобой человек, ты не можешь сходу сказать, что это мужчина, кто это, мужчина или женщина. У тебя не два варианта, у тебя много вариантов.